Так, Адам Заяц. 30 лет, 27 лет Джанаеву. Пожалуйста, тактика, технические характеристики бойцов на ваших экранах. And now, ladies and gentlemen, 3 5-minute rounds in the middleweight division. Introducing first the fighter on my right, fighting out of the blue corner. He weighed in at 84.1 kilos with a record of 6 wins and 1 defeat. Fighting out of Russia, Rahman Chanaev. And now his opponent, standing across the cage and fighting out of the red corner. He weighed in at 83.8 kilos with a record of 9 wins and 2 defeats. Fighting out of Lodz, Poland, Adam Zajku Zajaks. Your referee when the action begins, Viktor Kornaev. Начался бой у нас первый раунд. Сразу же полетел вперед поляк. В перчатках с красным скотчем. С насколько волкиком он попадает, но это никак не тревожит Рахмана Джанаева. Рахман отвечает сам. Работает в левше Джанаев. Вот здесь чуть-чуть промахнулся Абдулрахман. И вяжет его Адам Заяц. Ну, видно, что больше значительно по размерам Заяц. Но, кстати, Заяц-то ударник, исходя из его послужного списка. 6 побед нокаутом, либо техническим нокаутом. И 3 раза он выигрывал по очкам. В общем, врезать поляк может. Хорошо по корпусу пробивает Джанаев. С другой стороны, и Джанаев тоже в этом плане не промах, в плане ударной техники. 3 победы у него нокаутом, либо техническим нокаутом. И 3 он выигрывал по очкам. И прошел всю дистанцию с очень серьезным соперником, которому, правда, проиграл. Я говорю про Шамиля Абдулхаликова. Хорошо шире попадает Джанаев. Вот пропускает, правда, на отходе вдогонку правый крюк. И опять тут же прижимается поляк Джанаеву. Ну, очень заряжен поляк на активную работу. Обмениваются коленями бойцы. Здесь в стойке, в клинче. Опасно так пальцами по лицу работает. Поляк как бы не попал и травму не нанес он. Но он все время напрягает, все время так поддушивает. Опа, какая сейчас была интересная ситуация. Хороший размен там был получше поляк, но отвечает хайкиком Рахман Джанаев. Ну, завелся Джанаев, это видно. Так скажем, выбесил его немного поляк своими активными действиями. Ну, спровоцировал, да. Может быть, как раз-таки тактика поляка вот так вот провоцировать соперника, чтобы соперник потерял, так скажем, хладнокровие и этим воспользоваться дальше. Чтобы сбить соперника с его плана на бой. Да, да. Как говорится, план на бой есть у всех, но это до первого пропущенного. Ну, кстати, очень умело, я отмечу, Заяц действует вот в этом клинче, в стойке. Где-то, может быть, грязновато, но очень-очень умело. И мы видим, разрывает дистанцию Джанаев. Не хочет он в клинч, в стойке. Не нравится ему там. Уже немножко разбит нос у поляка. Вот здесь чуть-чуть с траектории удара. Сошла рука. Да, немножечко перелетел Джанаев. Если б попал точно, ну, было бы не сладко Зайцу. Зайцу, Зайцу, говорит, бей Зайцу, Зайцу, кричит зал. Группа поддержки польская. Поляки, как и британцы, кстати, очень такие серьезные патриоты. И практически на всех мероприятиях, где принимают, в которых принимают участие польские спортсмены, там серьезная группа поддержки.
Ну вот очень много коленями работы на ближней дистанции и очень много работы в клинче. Он нагружает, он хочет измотать вот этими клинчами, причем активными, Джанаева, чтобы у того бензин быстрее кончился, я так понимаю. Причем именно много работы, не просто вязкой бесполезной. Да, да, он постоянно втыкает колени. Вот, пожалуйста, смотрите. При этом мы видим, да, что он не дает работать Джанаеву и работает сам. Собственно, вот здесь я понимаю, зачем человек лезет в клинч, а не как вот мы видели бой Кейна Мусы и его соперника. Льюиса Монако. Да. Вот, отвечает коленом Рахман Джанаев. Но у меня ощущение такое, что в первом раунде Заяц так немножечко навязал свою манеру Джанаеву. Ну, по активности по активности первый раунд остался за Адамом. Но кто сколько попал, это уже насчитают судьи. Я имею в виду чисто по картинке. По картинке, да. Ну, то есть... Зайцу было комфортно вот в этом клинче. Бэкфистом не попал. Но вот не хватает Джанаев чуть-чуть точности Абдулрахману. Идея-то хорошая, но вот где-то у него удар не долетает, где-то перелетает просто. Будем смотреть второй раунд. Второй раунд начинается с атакой ноги поляка. Слоу-кика от Адама Зайца. Попытка вертушки от Джанаева. Видел все. Опа! А вот сейчас хорошо взорвался Абдулрахман. Почаще. И держать дистанцию. Очень аккуратно надо быть с такими бэкфистами. Не пускать на ближнюю дистанцию Адама Зайца. Потому что мы видели, что умеет поляк на ближней. Ему там комфортно, хорошо и здорово. И он умеет там работать. Однозначно. Поэтому все время держать и встречать. Держать на дальней и своевременно встречать. И работать самому на опережение. Вот как сейчас, да, и здесь два хороших плотных лоу-кика заходят от Джанаева. Еще одна попытка бэкфиста, очень опасно было возле головы Джанаева, но сразу же клинч. И, в общем, здесь, так сказать... Стезя, да, поляка. Да, здесь он умеет и может. Опять колено от Зайца, отвечает Джанаев. Выходит из этой ситуации. И с выходом, да, попадает рукой поляк. Не воспользовался Джанаев падением Зайца. Может быть, не хочет Абдулрахман в партер пока. Опа! Хорошо, двойка попадает Джанаев. Но тут же вяжет Заяц и вставляет колено. Но вот не удается пока Рахману Джанаеву держать Адама Зайца на дистанции. Поляк даже сквозь удары прорывается и идет туда, где у него получается. При этом нет попытки от Адама Зайца перевести ситуацию в партер. Да ему это и не требуется. У него все хорошо получается в стойке, несмотря на разбитое лицо. Он работает, а уже сечка у Джанаева под глазом. Оба пострадали. Там и локти, и руки. О!
Да нет, тут больше размазана кровь по лицу, чем... Жесткое колено от Джанаева. Потрясен немножко Заяц. Здесь нужно работать. Мы с вами видим настоящую битву. Ну, здесь, да, когда два воина вступают в битву, пролиться реки крови, сказал в свое время бывший чемпион мира во втором среднем весе по профессиональному боксу Карлос Роч. Представитель Великобритании, кстати говоря. Тормозит рефери Виктор Корнеев. Я так думаю, сейчас доктора пригласили. О, там сечка на переносице жесточайшая. Да, скорее всего, перелом. Можешь ли ты продолжать? Ну, если надо, то, говорит, могу. Нет, по-моему, все. Расстроен Адам Заяц. Останавливает поединок рефери по совету доктора. Я так понимаю, что технический нокаут в пользу Джанаева. Ввиду невозможности продолжения поединка. Очень расстроен польский боец. Негодует зал еще к тому же. Ну вот такой бывает. Так бывает, такой спорт и такие последствия могут быть, да, не в шашки играют. Давайте смотреть наиболее яркие моменты второго, так и не прошедшего всю дистанцию раунда. Там хороший правый, кстати, прошел у Джанаева. Нет, Джанаев во втором раунде активизировался и начал бить, начал точно попадать. Начал встречать, по крайней мере. Результат, да, как говорится, на лице. По факту, да. По-другому не скажешь, на самом деле. Вовремя рефери остановил бой, потому что... Ни один рекорд не стоит здоровья спортсмена. Совершенно верно. Хотя поляк настоящий храбрец и был готов продолжать, он очень расстроился, что... Ladies and gentlemen, слушаем решение. Виктор Корнеев stops this fight at 250, round number 2. Your winner by TKO due to doctor stoppage. Абдулрахман Джанаев! Поздравляем Рахмана и огромнейшее уважение его очень такому... стойкому, храброму и искушенному польскому сопернику Адаму Зайцу.